хотим, чтобы 9 мая по улицам Севастополя шли наши ветераны, а не Галичина СС со свастикой. Поэтому мы в принципе. Да. А с чего они и начали запрещать все праздники, хвалить памятники, запрещать ей жить нас. У нас стоит памятник Шевченко напротив Гагаринской администрации. Ради Бога, пусть он стоит. Мы этого человека почитаем, мы его уважаем, мы знаем, кто это такой, и мы его не трогаем, мы не собираемся трогать. Вот. Так почему же Кутузов им помешал? Почему же дети? У меня сын отказывался учить историю. Сначала я не понимала, почему. Потому что, в общем-то, он ее очень любил. И когда он мне сказал, говорит, мама, я не хочу учить историю, в которой написано, что советские солдаты-освободители – оккупанты. Я ему не поверила. Он мне принес учебник и говорит, смотри. Я ему говорю, знаешь, сынок, я говорю, выброси этот учебник, и если у тебя будут какие-то проблемы в школе, скажи мне, я сама пойду и скажу, что я запрещаю тебе учить историю. Тебе есть чем гордиться. Твой прадед имеет 3 ордена Красной Звезды. И я думаю, что он достоин того, чтобы его знали внуки и уважали.